137 человек получили постоянную работу с помощью ярмарки вакансий в Актобе. Это уже восьмая такая встреча с соискателями. Представители центра занятости отмечают, работодатели очень активны. Они предложили свыше 700 свободных мест. В основном компаниям требуются специалисты в области медицины, образования, сферы сервиса, услуг, а также водители и строители. Здесь же на ярмарке можно было проконсультироваться по вопросам обязательного соцмедстрахования. Тем же, кого предложенные вакансии не устроили, предлагали переобучение. По программе продуктивной занятости женщины, например, могут бесплатно освоить профессию парикмахера, повара, кондитера или кассира. Мужчины могут стать плотниками, газоэлектросварщиками, электриками или автокрановщиками. Мы ищем учителей по математике и водителя для школьной машины. Сегодня мы отобрали несколько кандидатур, пригласили их на собеседование с руководством. Думаю, что до начала учебного года мы успеем принять людей на работу. Я на себя работаю, как бы, а хотелось бы что-то такое, чтобы, ну, на пенсию откладывалось в этом плане. Поэтому такая работа нужна. Я в нескольких местах уже оставила резюме. Ищу работу по специальности английский язык. Стаж у меня 13 лет. Сейчас работаю в 48-й школе. Часов мало дают из-за сокращения количества учеников. Надеюсь, что на этой ярмарке найду для себя подходящий вариант.